Традиционный якутский национальный праздник ИСЭХ отметили в культурной столице России Санкт-Петербурге. На мероприятии побывала и наша коллега Айсена Бурнашова. Праздник белого изобилия по традиции прошел в поселке Ольгино на территории одноименного отеля. На входе гостей встречали студенты в ярких национальных костюмах. В этом году ИСЭХ состоялся в 11-й раз. Несмотря на сменяющийся солнцем дождь, мероприятие объединило большое количество человек. Организаторами являются постоянное представительство Якутии в Санкт-Петербурге, делегация Чарапчинского улуса и ассоциация молодежи Сайды. В этой прекрасной местности Санкт-Петербурга, Ольгино, мы проводим наш традиционный летний праздник ИСЭХ. Погода нам благоволит, и я думаю, что организация будет на уровне. Почетными гостями ИСЭХа в Ольгино стали заместитель председателя правительства Якутии Алексей Дьячковский, государственный деятель республики Матвей Мучин и представители власти Санкт-Петербурга. Праздник начался с церемонии очищения и благословления Алгыс. Несмотря на капризы погоды, торжественная обрядовая часть и насыщенная культурная программа праздника прошли на высшем уровне. Сегодня мы чувствуем такой мощный национальный, фольклорный, этнический колорит на этого праздника. Вы, наверное, все почувствуете, увидите. И это действительно, уважаемые друзья, это прекрасно, это хорошо. Во время праздника состоялись разнообразные соревнования, среди которых конкурс на длинную косу, на оформление тюсюльге, на лучшее исполнение асоха и творческие конкурсы для самых маленьких. И, конечно, азарт любого эсэха – перетягивание палки, прыжки и борьба хапсагай, где в этом году приняло участие большое количество студентов. В завершение насыщенного дня выглянуло яркое солнце. Всем победителям состязаний вручили грамоты и призы. И на этом завершился эсэх города на Неве. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, лидер. Андросова, НВК Саха, Санкт-Петербург.